Прожиточный минимум в Югре увеличивается на 10%. Это коснется всех основных социально-демографических групп населения. Решение принимается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Так, теперь сумма на душу населения составит 18 625 рублей, указано в постановлении окружного правительства. Для трудоспособного гражданина это будет 20 302 рубля. Для пенсионера 16 067 рублей. Для ребенка 18 654 рубля. Величиной прожиточного минимума оценивается уровень жизни при разработке и реализации региональных социальных программ. Также стоимость условной потребительской корзины нужна для оказания необходимой государственной помощи и предоставления мер соцподдержки. А еще прожиточный минимум учитывается при формировании окружного бюджета. Также Департамент труда и занятости населения в продолжении указанного решения предлагает увеличить на 6% фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа по категориям работников, которые не предусмотрены в указах президента Российской Федерации. Напомню, что с 1 января текущего года решением правительства автономного округа указанные фонды оплаты труда уже были увеличены на 4%.